все тут? Просыпаемся. Тризо, тебе кольцо с ласта нужно? Да. Понял. Давайте просыпаемся, еще чек. То есть подожди, тебе нужна голова Сторима, а кольцо с ласта и ступни с Авалона, да? Да. Смотрите меня. Так ты что, не? А, вижу. И поставьте камни. Угу. Что такое? У кого? Где? Что? По хилам распределились уже, не? А, так у меня на милика только. Ксен. 90 апает. Спекайтесь. Кто там? Лекса? ШП есть? Спекайся. Бармалюга, Элим есть у кого-то из вас? Спекайтесь. Я и Егор останемся. Да, тебе тоже. Я и Егор вдвоем. Да мы все равно стопать будем. 40 лямов ну, тут. Слишком много додали. Хотя ладно. Бармалюга. Ману пьешь? Даю ДБМПУ. Первый не бьем. Ждете, только на пульщике. Краш вышли. Маскончик залагал, сейчас вылечу, наверное. Угу. Кира, анонси в рейндж-зоне. Я в мире стою. Вышли. Метка, 2 секунды. Вышли. Фобос. Масхончик, ты заходишь там? Да, меня выкинуло, сейчас захожу. Вышли. Дал сальву по джоке. Метка. Baby Warl. Загроз, иди, раскол нажми. Ксену сальву дайте.
все на сарту кидайте. Поблагодарим даму. Хорошо. Стен. Я все вижу. Угу. Поджог и сальву надо дать. Флай, поджог и сальву дай. Я по ксену давал только что. Все нормально. Вышли. Севан пук там, метка. Лок. Лок, выйди. Обнови крик. На хп. Я не достану до речки. Вышли. Санрайз, стоп. Вышли. Сильно, внимательно. Метка, приготовились. Вышли. Шамагончик с рейдом. Вышли. Бебивару. Вышли. Бебивару. Ксен. Внимательно смотри за гром. Ай, блять, я тут ошибся. Ксен удался. Вышли. Сейчас не дымажите врага. Ухожу с меткой. На пульте. На пульте врага. Не бейте, не бейте сейчас РДД. Достаете нормально по рейнджу? Вышли. Без гера, да. Без гера. Угу, окей. Вышли. Сейчас метка 5 секунд приготовились. Вышли сильно среда. Вышли. Дал кап. Видел. Вышли. Вышли. Метка 5 секунд приготовились. Вышли. На мне. Бать, 3 метки. Молодцы. Вроде ж, вроде ж никого не откидывал. Кама, слышишь? Да. Кинул масхончик, он вылетел. Кама, это скадывать или что-то за адон? Да, да, да. А что ты сделал, не скачаешь? Зачем? Какой мир скадывает, да, нет? Кинспу не тут? Кинспу не тут. Так. Пояс есть. Пояс? На холика возьмите пояс. Кого там, Baby World? Так этот же лучше крафтовый. Ой, бабладинты, чай. У тебя есть такая? Так, Трезот, Симметрия, короче, первые две группы. Все идете в этот. А, пизжу, не так. Набрал. Вот я набрал вам. ДЦ пойдет. Вот ты Бруно. И шаман пойдет. Вот так. Трезор Симметрия. Что жезл? Что жезл никого нет? Вы что, охуели там? Два человека. Ну окей. Релов-то кашет? Да кто пишет? Кто? Короче.
Первая, вторая группа, вот так как вы распределены. Трезот первый, симметрия второй, не сейчас третий, Зандас четвертый, Кама пятый, Бабладин шестой, Лекс седьмой, Войд восьмой, Флай девятый, Кира десятый. Посмотрите внимательно на Лекса картинку. Лекса надо на ДЦ перчатки? Или у тебя есть... Не-не, у всех по-разному отображается расположение людей в группах, поэтому слушайте то, что говорит Рэл. Еще раз, Трезот первый, симметрия второй, не сейчас третий, Зандас четвертый, Кама пятый, Бабладин шестой, Лекса седьмой, Войд восьмой, Флай девятый, Кира десятый. Один, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой, восемь, девять, Кира. Еще раз. Ты десятый. А, хорошо. Brain Link, сбегаемся вместе. Приоритет... Какое там щупальце, блядь, которое берет... Удушающее. Удушающее щупальце в приоритете. Потом большое, потом маленькое. Разлагающее. Все локи в афликах. Я надеюсь. Раз, два собака. Да больше не вижу. Три собака. А вопрос такой. А кто заходит такой? В пятый портал? Я. Камасутра. А в десятый? Кира. А, все, я думал, это один человек. Все, понял. Итак, я налево. Трезот, симметрия. Не сейчас налево. Зандас, Кама, Бабладин направо. Кира, Флай и Войд, если что, по центру. Лекса, шилдуешь. Точнее, даже не так. Войд, Флай по центру, Кира и Лекса. Кира, ты больше хилишь, окей, чем бьешь. Ну там, хорошо. Посмотрите по ситуации. Танчит. Рестера. Нет, я думаю, здесь хватит ДЦ, меня и Егора. Три человека хватит. Ретрики, помогайте диспелить, все же видите. Маги, друиды тоже. Особенно СПР. Чтобы... Не прерывать хил его. Чё? Кулак по ДК ребафните, пожалуйста. Всё, все готовы, пойдем. Стой, я не готов. В вару тоже кулак, пожалуйста. Ой, сори, а что ж ты пишешь, что готов? Наебал? Получается. Да, ты куда я написал? Даже вообще не было. Как не было? Все готовы мне пишут. Все в Вафлика спекнулись, да? Я сказал вроде. Секонда нету. Секонда нету? Спекайся в Вафлика, да. Как у тебя нет Афлика? Сказано в гильдии всем иметь Афлика. Все, пошли. Я, мне кажется, здесь хп... Следующая речь, что был Афлик, иначе ты не попадаешь. Второго, может, бы запустили, не? Такой. Тут, блядь, пару мобов. Можно вправо идти, будет намного лучше вам всем. Вот сюда встать. Можете кастовать 5 лет. Очень долго. Что долго? Не, ну реально можно моба одного запустить. Здесь можно было, но я говорю, уже не сделали, похуй. Отойдите чуть назад. Заденьте уже. Продвигаемся по чуть-чуть. Ну, две зацепили одну. Идите сюда. Еще один там. Череп. Хант, снимай версу с
с магов, которые надулись? На пульте дальнего. Садись. Садись еще. Выходим. Выходите, выходим. Выходим ко входу. Виночек. Да-да-да. Поднимите рейд и отойдите от него. Никто не подходит к нему. Сильно, сейчас сдохнешь. Бернти? Бернти Флай. Вон и диспольчик сейчас. Флай, Вер. Кот. Забахать Флай. Лучи. Выбить меня. Сзади разу. Милик. По порталам встаньте уже. 15 секунд. Череп на мне. Отойдите от меня. Понял. Лучи аккуратно. Сейчас это портал. А мне... Пожалуйста, брат. Кинул истерию. Порталы закрыли. Один портал не закрыли, два. А, я бегу, блядь, долго сбегался с этим, блядь, слоком. Понял. Большое. Слева дома. Никого. Лё, кто слева? Кто слева? Ты? Я ж назначал я первые один, три блин. Человека. Тризот, симметрия, еще кто-то, еще кто-то. Лекса зашла с вами? Да. Хаспот. Okay. Все, вот тут стали вместе все. Проходите. Очень мало, мне несли 25. Ну ладно. 25 кто нормально. Кто влево идет, идем нормально. Влево. Влево идет. Шудущающее сейчас будет, парни, брат. Порталы 15 секунд, стали по порталам. Стали по порталам. Уже сейчас, выбить меня. Кена убила. Сейчас удушающее. А, уже. По порталам встали? От черепа, от черепа. Бабладин на тапках пиздует. А, он, блядь, близко. Ну ладно. Все меня встаньте, кто остался здесь. Вместе ходим. Пойдем бить большое. Большое пошли бить. Милики выйдут, убьют маленькое. Человека только выбейте. Мили, никто. Отойди, Масхончик. Или кто это? Да. Отойди дальше. Он если ляпнет, то ты умрешь. Пойдем убивать это разлагающее. 50. Ну да, успеем заслышать. Виви отошли к нам. Лучи внимательно. Милики. Десять секунд портала. По порталам встали, Линк. Ксена реснит. Егор, убьем щупальцы, потом все. От черепа уйдите. Че, как в четвертый, да? Один, два портала не закрыли. Да, даже как четвертый. Блять, не переводите. Хаспот еще. Не переводите, не переводите. Большое. А нам еще много. Да, ну сносите.
короче, ебашьте быстрее. Разлагающие не бейте, бейте нахуй эту хуйню. Тяжелая быстрее. Короче, да. Переводите, похуй, добьете, поможет. Танчит со спины или с лица, или как? Танчит с ебала, подойдем к ебалу. Да, хорошо, иду. Мы не успеваем. Вы не успеваете? 35 успеем, успеем. Бьем. 3. А, вышли. Выходите, 3 секунды, выходите быстрее. 1%. Ну, там доты, 30, хуй там знает. 30 ровно. Все, к ебалу. Должны были остаться, успеем. Да, вроде не дотекает. Ну, вроде не? Быть должно. Нет, нету дот. Сейчас смотрю, нету дот. Zero. Надо было оставаться. И ровно 30%, блин. Слетели доты. Череп отошли. Лучи внимательно. Зонда, садём. Пиздуйте по порталам. По порталам, видите? Заходи, Зондас. Да ты бы же зашел. Да мне сзади, но надо пиздовать. Похуй, у вас времени дохуя. Я тут останусь. Ты можешь выходить тоже сразу. Диспе у меня, Алисан. Я с диспелем. Я тут останусь. Ты же не видел, что я в черепе был, или что? Не видел. Алисан, Алинасан. Сзади разлагающего убить. А, один удар, блядь, сделал, перевел, блядь. Идите, к ебалу, подойдите все. К ебалу. Веномчик, внимательно. Отвернулся. Да, я смотрю. По ЭМА что? По ЭМА. Я первый дам. Ну, нормально для миликов. Да. Забирай. Я просил лопать. Забирай. Лайф второй даст. Третий бабладин. Четвертый. Кава. Отвернулись. Завязал, блядь, называется. Давай. Забирай. Отдай ауру. Забирай. Бабладин забрал ауру. Самогончик, брат. Че? Эма. Отдавай ауру. Ауру отдай. Забрал. Хорошо. Да ну нахуй. Десятки ни разу. Эма. Понятно, там. Освободил. Не будет, сейчас не будет. От КДшится у тебя? Нет. Ну, должен. Нет. Сколько? Да еще 30-40 секунд. Одна без ам. Я же сказал, не будет. Сейчас не будет. Не сорвите там лока оставить. Лока убили. Это из-за того, что Африка, нет? Угу. Часто, походу, блядь, тоже. Тебе не хватит 2 секунд. Да, не хватит. Не будет. Не будет, пацаны. Да, лям уже у босса здесь. Охуй, играйте до конца. Сколько? По Геру дали? Ждать будет. Улетал, блядь. О, можно вот эти выкройку забить? Тканевую, пожалуйста. Нет. Почему? Потому что это на продажу все. Нам надо бабки. Да, блядь, либо. Сколько? Хорошо, сколько за эту выкройку? 4000 она стоит. Все выкройки сейчас очень сильно подорожали, это потому что иронические сферы добавили. И их очень быстро покупают. Спросите, пожалуйста. С этим поговоришь, я в банк кину. С этим ну, это с кем, блядь? Со мной, типа? ГМом нашим, блядь. Великим ГМом. С великим ГМом, понял. Давай.
токен. Ретриким пиздуйте этот билд, делайте с сокрой. Флай в этом виномчик танки. Кто еще? Я танк? Или мне послышалось? Ой, молодец, я неправильно сказал. Я и хотел сказать воид, виномчик. Да пусть флай танчит, пусть знаю, что такое наказание. А может, слышь, а может сдохнем? Да, кстати. Да, можем. Давайте сдохнем. Сейчас тут большой есть, идите. Кого? Не пуль! Сейчас пускай всех напиздит. Что это? Тридризор. Это какие? Это перчатки еще что-то? Плечи? Можно? Это плечи. May I have плечи, please? Ну там у лекции будет четвертый кусок, если у тебя что-то есть, типа такое. У лекции будет четвертый кусок? Да, лекции? С этими плечами. Давай, лекси. Нагрудник. Локи, вы посмотрите, насколько больше вас ксен надамажил. Где? Это огрудь надо кого? Там ног кожаных же не было. А, нет. Так, вот это. Там тапки. Я. Тапки. Нет, я их ни разу не видел. Вот тапки, 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 тапки. Кира сразу минус нахуй. Блять, Элен дамажит как Локи, блять. Ты говоришь, что я хуёвый. Будет дамажить так. Тебя в йогу то так же, как у Ретрика, блять. Так что, Ретрику дадим? Может. Пошли, блядь, пацаны, умираем. То, что вы любите делать больше всего. Конец-то. Я сейчас таланты меняю, я тогда свою смерть. Не хильте, не хильте. Обратно. Да, спекайся. Дай портал Белоран. Почему креветочка не в рейде? Он во втором. Так у него КД? Втором. Так всех забрали отсюда, блядь. Кира. О, Кира, говорю. Кама. Всех нахуй. Да не, они всех позабирали. Ваза, Зумра, всех, блядь. Ну, понял. Жестких, жестких, блядь, парней, блядь. Вот так вот, блядь. У тебя ребят забирают в первые, во вторые рейды, а сам в третьем ходишь и ходишь, ходишь, ходишь. Вот что ты в первый не приходишь? Берут в первый. Слабо он для первого. Не берут. Так, шамагончик и бармалюга дальше в этом.
Претера, в Рестера, сбегайтесь, будь ласка. Пойдем пиздить. Треш. Че с пати? Давай пати сделаем нормально. Патин прыгнул. Так, а кто будет в эти играть? Я Телем? Сейчас все скажу. А? Кира будет играть? Да, Кира будет играть, я нацелю. Ёбаный в рот, встаньте в миле все. Алло, бля. Я сказал один раз сдохнуть, а не два, блядь. Так вообще, я хуй знает, нахуя вы дохли, потому что я вот не дох, у меня 30 секунд уже, Гера, когда. И заебись. Это просто долго дохли. Да. Даже сдохнуть нормально не могут. Ладно, прессуйте. Рыбу ставьте. Прессуйте, да, поставлю. Короче, будет три человека бить. Это Кира. Сейчас ассисты дам. Кира, метку себе сразу же бинди. Кира, Хант и Виви. Вы втроем бьете сферы всегда. С уроном вашим должно происходить примерно следующим образом. Выбиваете первую сферу. Баба Варл, ты в дестрике, ты помогаешь ему бить троим первую сферу. Еще дестрики, кто плюс чат? Алло. Один дестрик, блядь, рейди или что? Секончпок, тоже помогаешь убивать им первую, только одну звезду, первую, на которой будет череп. Вот, первую вы убиваете в пятером, она умрет до кары. Потом будет кара. Мы отхиливаем кару, вы убиваете вторую звезду. Мы отхиливаем вторую звезду без сейва. Потому что еще щиты будут. И мы убиваем третью звезду до второй кары. Значит, должна быть звезда кара, две звезды кара. И потом одна звезда. Все. Потом суровый, потом вы не бьете. Четыре убиваете, ждем суровый. Все. Я скажу, может, надо будет немножко подбить. Значит, по первым вот этим, точнее, по второй и третьей звезде. Вторую без сейва мы отдаем. Убиваем. Третью до кары, которая будет убиваться, возможно, будет сейв. Я скажу. Поэтому слушайте внимательно. По сейвам. Значит, сокру. Первый даю я. Второй дает Флай. Третий дает Бабладин. Четвертый дает Войд. Потом даем Эма. Первую даю я. Потом дает Флай. Или вы без Эма? Она же сокра. И вопрос по сокре. Сокру лучше накачать или нет? Конечно. Хорошо. Хотя я не знаю. Это вот Резота спроси. Ну типа, что? Улучшенная, она лучше, но ее надо брать. Что еще раз? В смысле, да, и улучшенную брать сокру. Улучшенную сокру, но с вот таким вот нюансом. Ты должен написать макрос себе. Ну да, и ты снимаешь ее. Да, макрос ты снимаешь. Но на снятие сокры просто и я все. На вот. Снятие вот именно сокры. Скинь всем на всякий случай, Олеху надо всем скинуть. Я скину в общем. С улучшенной сокрой билд именно вот со вторым талантом. Я макрос в общем скину. Или скили. Уже скинули? Все. Да. Что там, суманите? Шкаф поставьте по танкам. Первый танчит Веномчик, потом станчит Void. При этом, когда вы меняетесь, обязательно озвучивайте, чтобы я... Ну, я, в принципе, вижу. Но вы для вторых хилов озвучиваете, для других хилов. Обязательно, чтобы все понимали, кого хилить. Значит, еще раз. Сейчас я посмотрю. Бил. Суммоните, пожалуйста. Да, суммоните. Охуенный шкаф. Всегда так ставьте. Че? Да ничего. В пустоту засунули. Ну, на мосту всегда на этом ставьте, на прозрачном. Заебись, шкафы там стоят.
Не, он не там стоял. Он не на что, не на этом стоит. Ну, меня нормально соманули. Войд умер, вставай, что вы это? Да я встал. Сейчас присуманим, еще раз. Да не, в пизду, лучше я добегу. Че, опять упал? Да хуй знает, куда суммонит. Вдруг опять упал. Суммонить надо назад. Кулак, каску, пороги там. Все там, фул рыбах сейчас. Обязательно по 3 стака только и все. Свободный танк закрывает дыры с созвездием. Как только спускаются созвездия, танки, вы таунтите их на себя еще в полете. То есть они будут опускаться и уже дамажить хилов. А так они будут дамажить вас. То есть, ну, они спускаются, вы их таунтите, но на себя обязательно. Вот, да, переживешь, но лучше зайди. А, лучше зайди, чтобы скинуть агрессию. То есть остается только танк. Значит, еще раз. Кира, Хант и Виви, вы бьете сферы всегда. Когда, если, допустим, Кира, ты мне говоришь, что вы убиваете, если я вижу, что мы не вывозим, я говорю стоп, и вы все стопаете ДПС. Кира, ты тоже поняла? Обозначаешь это все. Mm-hmm. Стоп ДПС. Если стоп ДПС, значит escape нахуй нажали и ничего не бьете. Потому что урон должен прекратиться в ту же секунду. Все, давайте по позициям встанем. Дайте рыбу, что-то внизу стоит. Стоял, сейчас поставлю. Дайте ему рыбу. Первая звезда разбивается в черепе. Те, кто бьют, стойте ближе вот к черепу. Не в нем, а ближе. Милики все в трезоде, стойте. Двигайтесь за ним. Ромбик, вот видите? Все милики в ромбике. Как только будет кара, мы переходим на другую сторону. В центре не никому, но не стоять. Все, давайте пробовать. Еще раз по сакрам. Первый я. Второй дает флай, потом бабладин, потом войд. И все. Гера с пула, а мастер тут один. С пула как бить начнем только здесь еще. Не, ну они не знают, я надеюсь. Короче, я скажу, уже все да. Били в десятки, в принципе, но ничем не отличается сильно. Три кары. И больше урона. Ваши действия нелогичны. Подумали нахуй. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Браун съебался, пидор. Получится общение наблюдателя в любом случае. А, вот бесполезно было пить, блядь, понял. На первый пул бесполезно. Да, первый пул без пота. Так откается, я не помню. Все, внимательно. В очи не долбимся. Полетели. Бел. Звезда. Полетели быстро. Звезду быстро. Кого назначил? Блять, долго, пацаны. Кара. Вышли, кара. О, не летели. Не, вы... Кара... А там другую бьют. Другую. Кто это бил с другую метку? Там Дестри какой-то бил вообще без метки. Типа эту, и он ее убил, блядь. Да, чё за Дестрик был? Я же сказал, ебать, папа в череп, варл. Блядь. Ты можешь разговаривать, пожалуйста? Я тебя попросил, ну, Кира, говори, общайся. Да, в смысле, я сказал, мы бьем первую в черепе. Я, Хант и Элим били череп. Что не я так? Я еще поставил двух человек, чтобы вам помогли. Да, я понял, что надо убить звезду, типа свишнуться сразу. Да, надо ну, сразу звезду, не любую как звезду. Не любую, а, ну, не любую, окей. Окей. Там же метка. Череп.
да. Да, через всегда, можно. Всегда Баба Варл и секонд Чпок. Вы помогаете убить одну звезду, это череп, первую звезду, все. Она должна, сейчас умерла, сейчас взорвалась Кара, а потом взорвалась звезда. Это так не должно быть, должна взорваться ну, потому звезда, что... а потом Кара. Били другую некоторые, все. И да, поэтому у них хватило ДПСа по той. И вы в рендже, когда стоите, вот, старайтесь стоять ближе, как бы, посредине между милей и краем платформы, потому что по хилу мы не достаем иногда. Рыбу поставьте перед входом тут, пожалуйста. Наверху рыбу. Придите от рыбы. Блядь, таурены как усядутся, блядь, жопой. Че, у кого петухи есть? Да ни у кого, походу. Никто не шарит, что инженер может делать петуха, который увеличивает скорость атаки на 4 минуты. На 5%. Это очень много. Был бы петух, я бы разъебал. А ты инженер, Кама? Да. Так а почему ты ну не сделал? Так я, блядь, гоблинский, а не гномский. Так, Кама, тут может любой инженер делать петуха. Тут же ж в этом прикол. Любой инженер может делать петуха. В прямом. Не, кстати, не любой написал. Вроде нихуя, не любой. Любой, любой. Я на паладине, блядь, гоблин. И так чё? Всё... Отойдите от рыбы, пожалуйста. Поешьте рыбу, кто не поел. Пошли бить. Убивать. Резать. Рубить. Дайте каску, спасибо. Просто зайди потом и чекни, типа, ладно, в этом, ладно, где чек... обучаться. Гномчик, ты меня кинул. Ты чё? Меня кинул в прошлом трое. А чё не так? Чё-то нихуя не видел истории. Она была. Вот тут, Баба Варл, вот тут стой. Вот тут будет первая звезда. Вот она, тут появится. И она будет летать. И второй, секонд чпок, где ты? Ты тоже где-то в этой области должен стоять. Вижу, всё. Даже, стоп. Так. Даю дебэмпу. А мы это 50 секунд не можем подождать? Да. Ждем. Стоп. Бейла нет. Или есть Бейл? 40 секунд. Шаман есть? Есть у третьего шамана. Да есть, но... Это подождите 30 секунд. А зачем? Чтоб бурст был охуенный. Понял. Ждем 30 секунд. У меня минус пот вообще. Так сказали же, стоп, но не пуляем. Нахуя вы пьете? Все, забейте. Нет, ничего страшного, я за вас надамажу сейчас. Скажешь, когда готов. Давай отчет 10 секунд. Блять, виномчика пробивает, пизда нахуй. Так это ДК-танк, чё ты хуешь? Все, внимательно. Что-то без рофов. В метку встань. Звезда, быстрее. Череп и поехали. Бейте. В мили будет. В мили пошла, правда. Добивайте быстрее. Отойди. Кара выбежит. Поднимаем рейд. Кара мили. Второй добивайте. Там где череп стоит. Печеньки. Быстрее. До кары убить. Быстрее. А убиваем. Добивайте. После кары убьет. Стоп, угу. После кары. Забирай войд. Сейф надо. Не надо, сейчас не надо. Просто убей. После кары. Бля. Забивай. Бэр меня быстрее.
Инер мне. Даю сейф. Убивай. Кара, внимательно смотрим. Поднимать рейд. Сейчас мы бьем звезды, бейте босса, потом... Кто второй? Флай. Флай второй, я скажу когда. Шировый, забегайте. Забегайте. Там же бьем звезду, черепа. Флай, сейф. Давай сейф. Вот, сколько стаков? Два. 3 секунды разбиваем. 3. Давай. Разбиваем. У вас хилов нет. Вы ее в мили заклеивали. Ложитесь. Нет, это там... Прикол в том, что у тебя хилы умерли от того, да, что они вышли и опять зашли. Это вы первое, понимаете? Меня шотнуло созвездие, ебаное. Поэтому, ну, тебе надо по себе давать какой-то сейф или что-нибудь, или просить каплю от кого-нибудь, или же, ну типа танки должны, ну, на реакции забрать. Да, я понимаю, сверх. Там был так, именно момент, когда они только вышли, я был первый просто. Ну так вот в этом и дело, что типа если танки не успеют, то они в тебя просто захуярят и все. Ну типа проси каплю или сам там жми что-нибудь по себе. Нет, ты не там понял. Не забирать. Там не в этом дело, так когда они сверху еще, они еще не спустились, они все равно бьют. И вот сверху их, ну, надо было затаунтить. Как только они-то появились, и у тебя есть время, ровно секунда забрать все три. Там или хотя бы одну. Наебошила и меня. Ну, протопалу это легче всего делать. То есть он дает просто сверху на них мастаунт, они обычно хуярят в одну цель сразу, типа, и они все на протопале. Давай. Но это Эпо надо успеть. Стоит. Это надо просто успеть. Кто там? Еще... Кто танчит босса, когда созвездие появляется? Войд. Войд? Значит, наоборот, Войд первый танчит босса. Нет, да там похуй, но типа Войд может просто их затаунтить на себя. А, какая разница, он этого? Танчит понял, или окей, нет? Хорошо. Да, да, хорошо, типа похуй, это просто все, один таунт понял. Нажать. Хорошо. Все. Тогда так же все. Веномчик, где он? Хилы и тех, кто сейчас попал обратно в темный мир. Вы поняли, в чем ваша ошибка? Вам надо отойти с этого места. Вот вы забежали, типа, в черный мир. И давай вам покажем. Надо уйти. Трезо, давай я портал, и ты вот сейчас покажешь. А что показывать, блядь? А ну вот, вы зашли в портал, то есть вы уже в темном мире, вы ушли с этой лужи. То есть, и вы вот тут стоите, и вы появляетесь, типа, вот в этом месте, уже в этом мире. И все. То есть, должны... а если вы Короче, появитесь... Прикол в том, что вы выйдете обратно, и лужа останется на том же месте, и вы обратно провалитесь. Поняли? Да. Надо зайти и подвигаться нахуй оттуда. В темном мире вы должны вернуться на то место, откуда стартанули, откуда начали свое движение в темный портал. Туда вы должны Бля, выйти. Это сложно, камера. Не, а как это сложно? А какой, блядь? А если меня он другого, так учили, другого, блядь, нахуй. С другого конца платформы бежал, нахуй, стрел, побежит обратно? Не-не. Самое просто собой... Просто отойдите от это этой просто лужи, подойти все. Вперед. Вот вы зашли, хоп, череп, и прошли вперед. Все, это самое собой, что может быть. Поехали. Чек на пол. Резот. Да-да-да, я тут. Да там ебут на Нави просто. Серьезно? Ну да, 14-6, даст 2. Тихо-тихо, все. Тихо. Нави потом. Костюшку. Звезды пошли быстрее. Погнали, череп.
Третью ауру. Обратно в мили. Отойдите, она в мили. Отойдите от неё. Взрываем. Давай. Следующую по центру разобьем, потому что ее уже начали там клевать. Череп. Блять, подскончик отхил. Подожди, не разбивай. 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 Разбиваем. Давай. Потом в мили бомбить. После кары. Бей после пока кары. Босса, бьем босса, бьем босса пока. Потом этот крестик. Забирай войд. Она сейчас упадет. Кара, кара, кара. Шамагончик. Даю сейф. Убивайте, убивайте. Быстрее. Разбиваем крест. Шамагончика поднять. Еще успеваем или нет? Да, 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 да. Разбиваем череп быстрее. Давай сейф, давай сейф. Флай. Хорош. Поднять рейд, поднять рейд. Кара, внимательно. Босса бьем после. Все, сейчас не бейте, просто ждите суровый. Да, просто бьем босса. Суровый вот здесь, вот, возле босса. Заходите все возле... и отходите, возле... и отходите. После сурового будет мили. Кара сразу. Угу. Сейв дай, сейв дай, воин. Уйдите, кара. Череп. Шамагончик. Блять. Поднять. Сливаем, сливаем. Нет. Разбили. Танк уронили, танк уронили. Виновчик в том мире. Ложитесь. Я дам... Я дал диван, не вставать. Зачем диван? Мы провалимся, мы провалимся. Нельзя. Понял, снимите диван. Снимайте диван. Снимайте диван, убирайте. СС лучше, да. Если рез хотите. СС, СС дайте СС. Быстрее, мазхончик. Кто-то кому-то. Они, получается... Да, сори, Пабладин, сори, сори, сори. У Ханта есть СС, не вставать. Да, я понял. Блять, ну, типа, там танк зашел. Ну, короче, там косяк танка еще был. Шаманчики, блядь, падают. Шаманчики. На каре очень дохуя мертвых. То есть ДКшник, да, да. На каре это подлетел. Вставай, меня выкинул. Да, и сервер взломал. Всех выкинул. Сейчас откатит уголовно и все, пока. Проверяйте стал, блин. Пойду перекурю пока. Шаманчики, смотрите. Ну, типа... Я думаю, Шантоха согласен. Если кто-то из вас сейчас еще сдохнет, там есть Холипау на замене, он, блядь, охуенно хилит, и он убьет. То есть, заменим. Но, типа, это не очень-то, когда вы дохнете на каре. Я пока к вам припутну. Угу. Там, слышишь, как вот эти они три созвездия с разных сторон выходят, и если в одно даешь, они все три вот этим мастаунтом, да, летят? Смотри, короче, прикол в чем? Заберите хотя бы одно. Если одно бьет хила, это еще нормально. Но когда просто три бьет по 7 тысяч, мы не выхиливаемся. Так что возьмите по одному, и все, и, блядь, с этого будет достаточно. Идеального расклада здесь никто не ожидает. Просто что вам надо сделать, это просто по одной хотя бы. Затаунтить, чтобы... Или ретрики на себя таунтить, я не знаю. Ну, короче, блядь... Не, ретрики не надо, пизжу. Хуйню сказал. Танки. Вот, и все. Потому что сильно больно бьет нас. Одна меня только что била, мне вообще похуй. Плюс я сальву себе даю, и она потом от меня отъебывается.